говорю, я не могу сильно кричать, поэтому кушать тебе придется прислушиваться. Здорово, кушать. Вот видишь, мы сидим в Starbucks. Тут он тоже есть. Вот, все очень вкусно. Ну, хочу тебе сказать, что посмотрев сегодня одно видео, которое у тебя записано, мы тут уже все дело обсудили, я так понял, что Юля уже все рассказала. И у меня вот возникла идея, ты мне тоже на нее натолкнул, чтобы снимать этих уличных музыкантов и размещать их отдельно, просто на отдельном таком сайте про музыку на улице. Это вообще очень здорово, на мой взгляд. Мне кажется, будет другим тоже интересно. Так вот, пуш. Я думаю, ты сможешь тоже делать удивительно совершенно видео. Но, дорогой мой, наверное, опять же, Юля тебе говорила, я не знаю, успокой свои руки. И голову. Не бегай, пожалуйста, камерой по всем вывескам, которые есть вокруг. Покажи человека. Нам же он интересен. Мы его слышим, но не видим. Вот хрень какая, да? То есть, хотя все здорово. В этом, так сказать, конечно, колыхание камеры есть твоя, так сказать, пушевская душа. Мы ее чувствуем, нам это приятно. Но для неискушенных зрителей хочется все-таки видеть предмет. Тот предмет, о котором эта съемка, собственно, и ведется. Вот. Так что, дорогой Пуш, желаю тебе удачи, успеха. Надеюсь, мы скоро увидимся. Привет. Фрумузу. Чао, какао.